Километры бездорожья, крутые виражи, высокие трамплины, скорости, адреналин – все это мотокросс. Серьезным испытанием для участников стала и погода. Не заладилась с самого утра. Впрочем, это не помешало юным спортсменам. Врезаясь колесами в снежную кашу и лавируя, они смогли показать настоящий класс. Большие скорости – это не только зрелищно. Экстремальная езда на мотоциклах требует отточенной техники вождения, ловкости, хорошей реакции, умения рассчитывать свои действия и время. Особенно это актуально для состязаний, которые проходят в зимний период времени. Пока на мотосанной трассе месили снег, в зале 19-й школы соревновались гимнастки. В кандалакше определяли победительниц турниров «Маленькая фея» и «Грация». Соревнования стали своего рода отбором на первенство города по художественной гимнастике. В середине апреля это состязание соберет на одном ковре самых талантливых, пластичных и грациозных девчонок со всего Северо-Запада. У гимнасток из кандалакши осталось совсем немного времени на то, чтобы отработать свои номера и выступить на первенстве города без помарок. По результатам выступлений среди самых маленьких гимнасток первые места в своих группах заняли Дарина Енина, Анна Ананьина, Кристина Быкова и Ксения Бойцова. Кроме заслуженных наград, девчонкам были вручены также специальные призы в номинациях «Самая улыбчивая» и «Обаятельная». Здесь не было равных Виталине Балакиной, Надежде Турыгиной и Софье Тарасовой. Нет равных кандалакшским девчонкам и в другом виде спорта – самбо. Так, накануне в городе Кола проходило открытое первенство по самбо. Воспитанницы отделения борьбы детско-юношеской спортивной школы привезли оттуда 6 наград разного достоинства. Не уступают девчонкам и юноши на открытом первенстве города. Ребята разыграли 10 комплектов наград.